Зеленых проектов пока в Кустанайском районе не так много. Похвастаться местные власти могут несколькими технологиями, которые, тем не менее, имеют большую значимость для региона. Взять, например, ветровую роторную турбину Болотова мощностью 5 кВт-час. Это уникальная установка, которая использует силу ветра для производства энергии. Установлена она была в сентябре прошлого года и находится недалеко от областного центра. Проект был реализован за счет грантового финансирования в рамках единой программы поддержки развития бизнеса «Дорожная карта 2020». На территории также установлены солнечные панели и солнечная подстанция. Сегодня в планах местных властей внедрить в Кустанайском районе и другие зеленые технологии. Предлагают свои идеи не только региональные предприятия, но и представители других городов страны. Руководитель алматинской компании приехал в регион с целью сотрудничества. Здесь он намерен открыть филиал и внедрить свой проект. Еще придумали такую схему, чтобы кооперироваться. И на основе кооперативов, допустим, 3, 5, 10 там кооперативы сельского хозяйства объединились и закинулись деньгами. И поочередно в течение 6 месяцев каждому сельскохозяйственному, допустим, поставили себе эту солнечную электростанцию почти бесплатно. То есть это вообще такая изюминка, там, допустим, такую возможность там нельзя пропускать. Вот ради этого мы как бы хотели объяснить. Сегодня в Кустанайской области активно внедряются новые технологии, представленные на выставке «Экспо-2017». В регионе будут работать 15 инновационных проектов на сумму более 1 миллиарда тенге. Уже 6 из них реализованы. Впереди воплощение в жизнь 9 технологий, 4 из которых уже на стадии разработки. Один из них – установка смарт-скамей в Кустанайском районе вдоль набережной. Эти скамьи с солнечными панелями предназначены для зарядки телефонов. Виктор Ваташко, Динара Абдирова, РТН.